Добро пожаловать в урок «Как я раскрутил канал Я Гитарист». В данном видео я вам расскажу, как удалось достичь таких показателей, как 9 миллионов просмотров, более 22 тысяч подписчиков на канале в YouTube и как в результате наш канал, мой и моего друга Никиты, по обучению игре на гитаре стал одним из самых популярных в своей теме. Обо всем об этом я расскажу вам сегодня в рамках данного первого видеоурока. Первый секрет звучит так. Нужно записывать только актуальные и востребованные видеоролики. Именно те видеоролики, которые потенциально сами по себе интересны людям. Именно та информация, которую люди ищут, которую они хотят получать. Вот это очень важно. Потому что сначала мы записывали какие-то разные песни, которые, как нам казалось, нужны людям. Но по факту эти песни и мелодии оказались никому не нужны. Ну, или нужны очень ограниченному числу людей. Давайте я прямо сейчас открою свой канал и покажу вам на практике, как выглядят самые популярные видеоролики нашего канала. Итак, перед вашими глазами открыт мой канал «Я гитарист». Если вы не знаете, как его найти, достаточно написать в YouTube «Я гитарист». И, соответственно, вы увидите вот такой вот значок. Это значок нашего канала. И смысл заключается в чем? В том, что у нас здесь есть различные видеоролики. И сейчас я хочу вам показать по сортировке, которые видеоролики являются самыми популярными. Для этого я нажимаю на кнопку «Видео» и выбираю не по дате добавления, а «Самые популярные». И как вы видите, самая популярная мелодия, а точнее это видеоурок к данной мелодии, это простая, но красивая мелодия, которая имеет 1 400 000 просмотров. Следующий по популярности видеоролик с показателем 700 тысяч просмотров. Далее идет по убывающей другие видеоролики. Смысл в чем? В том, что у нас вот эти видеоролики, они интересны огромному количеству людей. Скажем, фильм «Такси» смотрело очень много людей. И эту мелодию, на которую также была создана музыкальная композиция от группы Black Eyed Peas, ее знают очень много людей. Поэтому мы, посмотрев по запросам, пообщавшись с людьми, с гитаристами и просто с людьми, с прохожими на улице, мы такой трюк тоже делали, спросив, какую музыку вы любите, знаете ли вы такую музыкальную композицию? Да, да, да. Все, мы стали изучать, смотреть, что именно является интересным, что является востребованным у людей. И стали записывать видеоролики по этим темам. Noize MC является одним из самых популярных артистов в хип-хоп индустрии, поэтому видеоролики Никиты по песням Noize MC имеют также очень большое количество просмотров, лайков и комментариев. Вот. Соответственно, Семен Слепаков тоже один из таких трендовых авторов. То есть, если посмотреть на наибольшее количество просмотров, это именно музыкальные композиции и песни, которые знают все почти. Если у вас другая тема, то, соответственно, нужно брать темы, которые интересны широким массам. Темы, в которых есть неоднозначное мнение. Если это не видеоурок, а, скажем, рассуждение, да. Вот, к примеру, во сколько лет нужно жениться или выходить замуж девушке. Замуж выйти за иностранцев хорошо или плохо и так далее, и так далее. Если у вас тема именно отношений. Второй секрет – это правильные заголовки, описания, теги. Сейчас я вам покажу, как это делается. Как должен выглядеть правильно заголовок, описание и теги. Итак, я вновь нахожусь на своем канале в разделе «Видео» и хочу вам показать как пример видеоролик «Пираты Карибского моря». Вот я его открою и сейчас сразу же поставлю на паузу, чтобы картинка не отвлекала внимания. Обратите внимание на название «Пираты Карибского моря». Это очень такой высококонкурентный запрос в нашей теме. То есть эту мелодию знают практически все, что в музыкальной индустрии, что в околомузыкальной индустрии. Поэтому я этот запрос использовал в заголовке. И слово «видеоурок» является как дополнительным стимулирующим, то есть видеоурок, что это не просто демонстрация игры, а это именно урок, как играть вам самостоятельно на гитаре эту музыкальную композицию. Далее, если мы развернем описание, мы увидим такое описание. В этом видеоуроке мы покажем вам, как играть известную музыкальную композицию «Пираты Карибского моря». Очень часто нас спрашивают: парни, сделайте, пожалуйста, урок на музыку из фильма «The Pirates of the Caribbean», то есть это по-английски «Пираты Карибского моря». И вот, наконец-то, мы это сделали. То есть в описании я пишу просто, о чем данное видео, но при этом употребляю ключевые слова, которые относятся напрямую к данному видеоролику. Так как ключевое слово к данному видеоролику – это «Пираты Карибского моря», то я его здесь в разных интерпретациях употребил. То есть и по-английски, и по-русски – и в кавычки оно взято, и без кавычек может быть написано. И,
соответственно, дал ссылку. Если вас интересуют другие наши видеоуроки по гитаре, потому что слово «видеоуроки по гитаре», «видеоуроки гитары» я также в описании продвигал, потому что этот запрос имеет прямое отношение к нашему каналу и к нашим видеороликам. И в результате постепенно это видео набрало 700 тысяч просмотров, и вы видите большое количество лайков, более 80%. Поэтому, если вы добавляете ваше видео на ваш канал в YouTube, делайте подробное описание. Не маленькое описание, ссылка на ваш сайт, да, как это вот здесь вот маленький вариант такой экспресс, а именно большое описание, ну скажем, в несколько предложений с употреблением ключевых слов. В тегах нужно писать 5-7 слов, которые относятся к данному видеоролику. То есть это «Пираты Карибского моря», «Видеоурок», «Гитара», «Урок по гитаре». Достаточно. Третий секрет очень прост. Он звучит как «выделяйся». В то время как большинство видеоуроков по обучению игре на гитаре были скучными, в то время именно когда мы начинали, это было середина 2011 года, эти уроки были однообразны и обезличены. Мы делали видео реально с улыбкой и позитивом. Вот достаточно посмотреть наши самые первые видеоролики, да и вообще все в целом видеоролики, у нас есть определенная видеохаризма, у нас есть определенная искренность, заряд вот этот положительный. И отличительная особенность и фишка в том, что в кадре мы показываем себя полностью. Мы играем сначала какую-то музыкальную композицию, я или Никита, потом ее исполняем, если это песня, и потом только делаем видеоурок. В то время как многие другие различные видеоблогеры и учителя гитары, да, они лицо свое не показывают, особо ничего не комментируют, просто могут что-то играть и там что-то бубнить. Поэтому это наш секрет, наша фишка, то, что мы выделялись своими яркими такими моментами. Давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит. Итак, перед вашими глазами вновь открыт видеоролик «Пираты Карибского моря». И достаточно посмотреть его начало, чтобы увидеть, что здесь есть фишка с выделением. То есть, смотрите на мою прическу, скажем, на то, как выглядит Никита. То есть, видите, добавили небольшую чуточку безумия, веселья, радости, и в результате, как бы, людям это стало нравиться. Это, кстати, возможно, невозможно, однозначно, один из тех секретов, почему люди, скажем, стали делиться этим видеороликом. Вот если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что 222 человека из всех этих людей поделились данным видеороликом. Кто-то отправил в социальных сетях, кто-то встроил на свой сайт и так далее. То есть это также работает. Секрет номер 4 гласит о том, что чем больше видео вы делаете, тем выше вероятность, что какое-либо из них выстрелит. Я вам сразу честно скажу, что я не ожидал, что видео с названием «Простая, но красивая мелодия» наберет 1 400 000 просмотров или хотя бы 1 000 000 просмотров. Нет, мы просто делали качественные видеоролики пошагово, с обучением, как это мы любим делать. Сначала играем, потом показываем и делали. Потом в результате одно из этих видео выстрелило. Выстрелило не случайно, а именно согласно этому закону, что чем больше вы делаете видеороликов в своем определенном формате, в определенном стиле, то, как вам нравится и то, как нравится аудитории, да, с вашими именно фишками какими-то особыми, подходом, харизмой, то тем выше вероятность того, что одно из видео у вас выстрелит. Оно начнет показываться намного чаще, чем другое в похожих видео и, соответственно, будет набирать наибольшее количество просмотров. Вот так у меня выстрелило видео «Простая, но красивая мелодия». Пятый секрет очень прост. Если в вашей теме уже есть видео с такими же запросами ключевыми, на которые вы хотите записать свое видео, то это круто. Не стоит этого бояться. Это значит, что ваша тема востребована. Это значит, что ваша тема как раз-таки востребована. И у вас будут гарантированные просмотры. Вот простой пример. Сейчас я вам его продемонстрирую. Прежде чем мы записали видеоурок по мелодии «Бумер», «Мобильник», я думаю, многие из вас ее знают, мы посмотрели, какое количество конкурентов и видеороликов уже есть в YouTube на эту тему. Смотрите. Итак, я нахожусь на странице просмотра видеоролика и пишу такой запрос. «Бумер», «Гитара». И мы видим, что 10 500 видеороликов существует на эту тему. И наш видеоролик находится на втором месте. Ну,
соответственно, то видео, в котором именно я рассказываю о том, как играть данную мелодию. Сейчас пропустим рекламную паузу и посмотрим, что же в этом видео есть необычного. Необычного здесь особо ничего нет. Как обычно, это у нас идет заставка. Здесь появляются аннотации с тем, чтобы привлечь аудиторию из YouTube на страницу подписки. Качественная камера, съемка. Соответственно, я одет в определенный образ и в стиль данной мелодии, чтобы вызывать определенное настроение у людей. И, как обычно, сначала играю я, а потом показываю, рассказываю. И заметьте, тут также идет, ну, это как маленькая фишка уже, подстройка в тексте под аудиторию. Видеокурс по гитаре для четких пацанов. Это уже такая фишка. То есть, видите, я посмотрел по запросу бумер, гитара, что есть очень много видеороликов, что у топовых видеороликов там 500, почти под миллион просмотров. Вот тогда было меньше просмотров, сейчас больше. И я понял, что в этой теме есть потенциал, и стоит записать свое видео на эту тему. И так как я знал, как играется данная мелодия, так как у нас был опыт, канал, подписчики, то наше видео до сих пор находится на высокой позиции, хотя мы никакие манипуляции над ним уже давно не производили, как загрузили, так загрузили. Вот оно само собой набирает просмотры, приносит подписчиков, как на канал, так и на страницу подписки. Используйте мои секреты на практике, и у вас гарантированно будет многотысячная армия подписчиков и сотни тысяч просмотров на ваших видео в YouTube. На этом все. До новых встреч!